Всем привет, с вами Феликс. И сегодня мы начнем рассказ с этого скриншота. К сожалению, в последнее время вот такие вот сообщения в личку приходят часто, что из России вопрос, как бы можно работать. К еще большему сожалению, большинство российских партнерок или русскоязычных партнерок требуют, чтобы у вас были свои рекламные кабинеты, то есть чтобы вы сразу тратили на рекламу какие-то деньги. Без этого не дают вам разрешения работать в с ихними предложениями. Я сталкивался с этим после того, как начал вплотную искать способы заработка в партнерском маркетинге. А то, что это возможно, я просто вам покажу. Вчера у меня прошла первая продажа с сайта Warrior Plus. На сумму моя комиссия составила 2,31, но это в процентном отношении 50% от стоимости этого продукта. Продукт очень хорош, об этом говорит вот статистика. Из 32 показов одна продажа. Это очень хороший результат как для продукта, так и для меня, если так будем говорить честно. Да? Но именно сегодня мы не будем говорить про этот сайт, просто я показал, что возможно заработать в аффилиат-маркетинге. Мы будем говорить с вами об этих двух сайтах. Вчера, значит, я посмотрел, есть вот такой вот сайт, PrintBar называется. Те, кто занимался Redbubble и Printful, они, скорее всего, знают, что это такое. Это Print of Demand, то есть печать по требованию. Здесь вы можете как создавать свой личный собственный дизайн, так и продавать то, что у них есть. С продажи вы будете иметь где-то 20-27 с каждой продажи ихнего продукта. 20-27% процентов прибыли. Перейдете по ссылочке, которую я оставлю под описанием. Вот здесь вот дизайн создавать. Здесь тоже вот он весь на русском, так что я тут особо не буду распространяться, сами разберетесь. Просто вот с главной страницы, чтобы вы долго не блуждали. Вот здесь есть вкладочка «Партнерам», кликаете туда и «Открыть свой магазин». Вот «Открыть» вас перебрасывает на заполнение формы. Заполняете легко и просто, без всяких головных болей получаете разрешение. И у вас уже есть свой готовый магазин. Внутри кабинета все на русском, все объясняется. Спокойненько можете проверить. Ну, а здесь, как они пишут, до 40% вот заработка. Email используйте Gmail. На другие имейлы не приходят подтверждения. Используйте Gmail-овскую почту. И это первый сайт. Второй, кстати, этот сайт работает с 2014 года. Я рекомендую только то, что проверено лично мной или временем, скажем так. Отзывы хорошие про эту партнерку. Так что работайте, не думаю, что пожалеете. И второй сайт – это уже Забугорный. С него можно выводить криптовалюте. Почему я рекомендую россиянам этот сайт? Потому что они работают с криптовалютой. Сайт работает в области, как они пишут, здравоохранения, но
Вот здесь написано номер один в области здравоохранения. Но здесь в основном пищевые добавки. Как для похудания, так и для набора мышечной массы. Мы, опять же, к этому относимся как-то с пренебрежением, но за рубежом это идет на ура. Как это все продвигать за рубежом, у меня рассказано, может быть, не полностью на канале, но есть свои методы и трюки, скажем так, которые позволяют продвигаться за рубежом. И вот с 2002 года работает эта партнерка, выплачено 56 миллионов с лишним комиссионных. Здесь, как стандарт, 70% от продаж ваши. 70% от продаж. Ну, тоже интересны довольно-таки. Вот видите, здесь их продукты представлены. Зарегистрируйтесь, посмотрите. Регистрация очень простая, ничего сложного нету. Зарегистрируйтесь, понравится — будете работать, не понравится — не будете работать. С вас никто за это денег не берет. И ссылки, вот решил сделать вот такой вот сайтик. Ссылки на эти обе партнерки вот у меня вот здесь. На вот этот вот сайт, опять же, будет в описании к видео. Здесь наверху все мои контакты, можете спокойно переходить по ним и общаться со мной. И вот на этом, пожалуй, все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.